Сирия. Новости 4 июня 19.30. ИГ пытается прорваться на юго-восток Дир эз-Зора. САУ обстреливает позиции боевиков в Алеппо. almazdarnews.com/Сирия. 4 июня. ИГ-1 предпринимает попытки прорваться на подконтрольной САУ территории Дир эз-Зора. САУ ведет обстрел позиций боевиков в Алеппо. В Хаме продолжается операция ВКС РФ и САУ против Тахрир-аш-Шам. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей ФАН в Сирии Ахмад. Марзук, Амад Марзаук. Коротко об итогах противостояния ВКС РФ. Поддерживают операцию САУ против Джабхат ан-Нусра-дин в Хаме. Сирийская арабская армия, САУ и союзные силы ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, атакуют Тахрир-аш-Шам. Хаме отбили атаки ИГ в Дир эз-Зоре. Исламское государство 1 пытается проникнуть на подконтрольной САА территории Дир эз-Зора. Сирия. Новости 4 июня 19.30. ИГ пытается прорваться на юго-восток Дир эз-Зора. САУ обстреливает позиции боевиков в Алеппо. openstreetmap.org/Федеральное агентство новостей. Провинция Дамаск. Бригада сирийской арабской армии, САУ, продолжают вести работы по зачистке освобожденных от боевиков районов провинции Дамаск. Ранее сообщалось, что к югу от сирийской столицы был обнаружен кустарный завод радикалов по производству взрывчатки. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Елда была найдена сеть туннелей и траншей, использовавшаяся исламистами. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter @yousef13619994, что правительственные войска САР демонтировали укрепрайоны недалеко от Аз-Заблатани. Провинция Алеппо. Сирийская арабская армия, САУ, ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов недалеко от города Хрейтан на севере провинции Алеппо. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter @AllahTadai. Ранее сообщалось о перестрелках между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями в окрестностях поселение Яль-Мансура и Ар-Рашидин в западной части региона. Провинция Дир эз-Зор. Террористы Исламского государства, скрывающиеся на захваченных демократическими силами Сирии СДФ территориях провинции Дир эз-Зор, предприняли попытки проникнуть в города Дувейр и Салихия. Сирийская арабская армия, САУ, отразила атаки радикальных исламистов и предотвратила их продвижение на юго-восток региона. Об этом пишет военный источник в Telegram @c_militar1. Кроме того, телеграм-канал @dirichtarati4 передает, что игиловцы атаковали расположение правительственных сил САР к северу от Абу-Кемаля. Нападение было успешно отбито бойцами САУ. Провинция Хама. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter @MazarPresnet, что сирийская арабская армия, САУ, ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов группировок радикальной оппозиции в районе деревни Аль-Сахр на севере провинции Хама. Кроме того, бригада армии САР при поддержке ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям Тахрир-аш-Шам в окрестности Халь-Ла-Тамины. По сведениям твиттер-канала @MazarPresnet, за сегодняшний день правительственные силы открыли артиллерийский огонь по пунктам дислокации радикалов Джабхат ан-Нусра 23 раза. Ирак. Бригады турецкой армии продолжают наступать на позиции рабочей партии Курдистана, РПК, в северной части Ирака. По сведениям местного источника в социальной сети Twitter, @Касимилери, турецкие войска находятся в 25 километрах от города Кинди, где располагается штаб курдского военизированного формирования. Министр внутренних дел Турции заявил, что взятие населенного пункта является вопросом времени, пишет источник в Twitter, @ArabNews. Отмечается, что под контролем ВС Турции уже находятся стратегически
важные точки в этой части страны. 1. Организация запрещена на территории РФ. Участники боевых действий на территории Сирии. Показать инфографику.